Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Все равны, как на подбор. В Чебоксарах презентовали варианты школьной формы. Лед и пламень или необычный урок пожарной безопасности от сотрудников МЧС. Трагедия в праздничные выходные. В ДТП на трассе М7 погибли 5 человек. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в очередном заседании Организационного комитета по подготовке празднования 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. Оно прошло в Министерстве культуры России. Из Москвы передает наш корреспондент Надежда Яковлева. Основные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением юбилейных дат, начнутся в 2015 году. Сейчас готовятся проектные документы объектов строительства и реконструкции. В следующем году начнется реконструкция Чувашской государственной филармонии, театра оперы и балета, здания мемориального комплекса летчика-космонавта Николаева, центральной городской больницы и Московского моста. По плану на все эти объекты деньги должны выделить из республиканского и федерального бюджетов. Сейчас федеральное финансирование осуществляется в рамках государственных целевых программ. Михаил Игнатьев предложил изменить эту методику и деньги на мероприятия, связанные с проведением юбилейных дат регионов, выделить в форме целевых субсидий. Решение по данному вопросу примет правительство Российской Федерации. Сегодня в Каннах открылась выставка инвестиционной недвижимости «МИПИМ-2014». Впервые в ней участие приняли Чебоксары. Столица республики презентовала концепцию своего развития. Делегация столицы Чувашии открыла деловую программу престижного экономического форума. В составе инвестиционного портфеля, который Чебоксары представили зарубежным инвесторам, проекты в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничного бизнеса на общую сумму 180 миллиардов рублей. Экспозиция на Лазурном берегу ежегодно собирает наиболее влиятельных экспертов международного рынка недвижимого имущества, инвесторов, девелоперов, архитекторов, госслужащих и финансистов. Форум является уникальной площадкой для обмена опытом, расширение деловых контактов, презентации инвестпроектов и заключение контрактов. Под эгидой Минрегиона России на форуме впервые организована единая экспозиция в павильоне общей площадью 1500 квадратных метров. Школьная форма в наши дни – это вовсе не коричневое платье с белыми фартуками для девочек и синие костюмы для мальчиков. Выбрать цвет, фасон и ткань, а также фирму-производителя могут сами учебные заведения совместно с родителями. Сегодня те, кто шьет форму для школьников, показывали свою продукцию представителям школ столицы. В коллекции для учащихся школ – брюки, юбки, сарафаны, блузки, сорочки, жилеты и кардиганы. Одним словом, одежда на любой вкус. Основные цвета – серый и синий. С вступлением в силу нового федерального закона об образовании 1 сентября 2013 года всем школам страны рекомендовано перейти на школьную форму. Никаких жестких единых требований к цвету и комплекту одежды не предъявляется. Единственное, что подчеркивается особо – внешний вид и одежда школьников должны соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. В нашем регионе родители, конечно же, очень заинтересованы в соотношении цены и качества. То есть для них должна быть оптимизация цены, для того, чтобы у них по бюджету все для ребенка упаковать в школу, все хватило. И, соответственно, чтобы он в течение года проносил этот костюм с удовольствием. Задумываться о школьной форме нужно не в августе перед началом учебного года, а как минимум в апреле. В этом сходится мнение производителей и заказчиков. Но наплыв почему-то приходится на середину лета, говорят представители фирм-производителей. Главный критерий в выборе школьной формы для третьего лицея города Чебоксары – это индивидуальность. Одежда школьников должна отличаться от всех остальных. Об этом рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе. У нас вообще у лицея своя фишка. У нас нет единой формы, у нас общепринятый дресс-код. Соблюдать, конечно, не получается полностью. Поэтому, собственно, я здесь, чтобы посмотреть и, может быть, что-то интересненькое взять для наших детей. Ну, такая школа у нас уникальная. И родители, и дети, да и учителя, собственно, они никоим образом не хотят быть похожими на всех. Хочется что-то свое. Цена на школьную форму от производителей Чувашии разная. Костюм для мальчиков можно приобрести от 800 рублей и выше. Для девочек стартовая цена 1300.
300 рублей. Все зависит от комплектации и качества одежды. Форма от чувашских фирм уже носится в наших школах. Но познакомиться еще раз с новым ассортиментом было не лишним, заметили представители учебных заведений. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Чувашия победила в конкурсе на участие в 2014 году в подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. Она часть федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Были отобраны 74 субъекта Российской Федерации. Самое большое количество субсидий получила Оренбургская область. Чувашия оказалась на 7-м месте. Минстрой Чувашии сообщили, республика получит 126 миллионов рублей. Этих денег хватит на то, чтобы обеспечить примерно 600-700 молодых семей, нуждающихся в жилье. Для сравнения, в прошлом году таких было 702, годом ранее 637 семей. В Чувашии проходит международный фестиваль дружбы народов России и Украины. Начался он с традиционных кокелевских чтений. Напомним, что наш земляк, известный художник Алексей Кокель, в последние годы жил и трудился в Украине. Программу кокелевских чтений открыл круглый стол по теме «Роль художника в укреплении дружбы народов». Обсуждали эту самую роль ученые национальных университетов Поволжья и Украины, а также видные деятели культуры и искусства Чувашии. Общение – единственное средство, это самое между людьми, без оружия. Это самый верный путь регулирования всех процессов в мировом масштабе. Поэтому мы тут сегодня собрались для того, чтобы поговорить о роли культуры, объединения народов, двух, трех, четырех, которые населяют Великую Россию сегодня. Действительно, есть о чем поговорить. Кроме того, на научном форуме подвели промежуточные итоги сотрудничества ученых-гуманитариев Чувашии и Украины. Это 10-й по счету кокелевские чтения, которые мы приурочили еще к тому же к приезду наших украинских коллег из Харьковского национального педагогического университета, которые являются у нас прежде всего партнерами по договору. Мы с ними подписали договор год назад и активно сотрудничаем. Несколько совместных проектов наших историков с харьковскими коллегами уже позади. Из планируемых общих проектов конференция «Человек в диалоге культур». Одной из ее ключевых фигур будет Кокель. Притом мы уже сейчас запланировали с нашими коллегами проведение цикла конференций, круглых столов в режиме онлайн. В том числе очень интересная тема – это тема Великой Отечественной войны, а Харьков и Чебоксары. Здесь есть одна отправная точка – это Харьковский электромеханический завод. Когда он был эвакуирован, и поэтому вопрос эвакуации для нас тоже будет очень интересен. Мы предложили нашим коллегам принять участие в археологических экспедициях, в этнографических экспедициях, которые будут проводиться уже летом этого года. Программу фестиваля продолжил музыкальный вернисаж. Участники чтения смогли познакомиться с музыкальной культурой разных народов. Также в рамках фестиваля работает выставка картин художников России и Украины. Оксана Замятина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Чуваши открыли благотворительный счет для помощи жителям Крыма и Севастополя. Контролировать и распоряжаться средствами будет общественная российская организация «Красный крест». Данные счета, на которые можно пересылать средства, вы видите на экране. Также Минздрав соцразвития Чувашии просит жителей рассмотреть возможность приема беженцев из Крыма. По этому вопросу вы можете позвонить по телефону 62 50 70 или написать по электронной почте. 11 лет назад образовалась Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. За короткий по историческим меркам срок служба стала мощным инструментом в борьбе с наркобизнесом. Сегодня в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков рассказали о результатах своей работы. В Чувашии на протяжении последних лет наблюдается снижение показателей наркотизации. По итогам 2013 года они в 1,6 раза ниже окружных данных. Более того, в прошлом году не зарегистрировано ни одного смертельного отравления наркотиками. На благоприятное состояние уровня преступности в Чувашии влияет и социальная обстановка. В прошлом году республика была признана самым спортивным регионом России. Благополучная ситуация выстраивается и в молодежной среде. И сегодня одна из главных задач правоохранительных органов сохранить эту стабильность. У нас с вами есть замечательные результаты в прошедшем году нашей совместной деятельности, и одно из них, пожалуй, одно из немногих в Российской Федерации, это выявленное преступное сообщество распространителей наркотиков, и не только в нашем субъекте, но и в соседних субъектах.
Это очень высокий результат работы, это показатель высокого профессионализма, прежде всего вашего. Несмотря на проделанную работу, возникают новые угрозы и проблемы. Преступники постоянно ищут пути, чтобы обойти законы. Борцы с преступностью вынуждены постоянно быть начеку, чтобы добиться эффективности действий. Я хотел поблагодарить этот день и население нашей республики за тот вклад, за ту работу, которую мы делаем совместно. И только совместным усилием мы можем преодолеть и бороться против этого зла, против наркотиков. Чувашия не раз отмечалась как благополучный регион в отношении наркообстановки. Но, как отметил начальник управления ФСКН, это лишь еще раз напоминает о том, что нельзя ослаблять усилия. Когда ситуация находится под контролем, это налагает двойную ответственность. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Сегодня в нашем эфире в 20:45 смотрите фильм, посвященный работе этого ведомства. А сейчас к другим новостям. Сотрудники Чувашского управления МЧС провели необычный урок пожарной безопасности. Чтобы напомнить горожанам об элементарных правилах, спасатели вышли на каток и устроили спортивный флешмоб. Участие в нем приняли школьники, студенты чебоксарских вузов и пожарные. Дмитрий Ковалев понаблюдал за необычными состязаниями. Вместо того, чтобы перетягивать канат, они перетягивают настоящий, довольно прочный пожарный рукав. А участники турнира по футболу гоняют мяч не в кроссовках, а в коньках. Это наши ворота, Володя! В роли главного судьи веселых стартов пожарный, правда не обычный, а плюшевый. Константин 01. Этот персонаж в республиканском управлении МЧС появился не так давно. Но теперь без его участия не обходится ни один праздник. Плюшевый огнеборец был щедр на подарки. Всем участникам флешмоба он раздавал сладости и полезные памятки. Вот еще! Многие сотрудники МЧС в этот день тоже встали на коньки и приняли участие в конкурсах. Подобные акции, отмечают ведомстве, помогают сплотиться против беды. В республике наблюдается рост пожаров. В огне по-прежнему погибают люди. Многие попросту забывают об элементарных правилах безопасности. И поэтому о них необходимо напоминать чаще. Мы бы хотели еще раз напомнить этой профилактической акции нашим горожанам о том, чтобы не забывали элементарных правил поведения в быту. Естественно, телефон вызова пожарных спасателей 112 мобильного 01 с городского. Ну и помнили и знали, кто их соседи, поскольку не все соседи у нас, так скажем, благополучные. И не все смотрят радио, телевидение, и не все соблюдают правила пожарной безопасности. За обучение людей правилам пожарной безопасности в МЧС решили взяться всерьез. Подобные акции ведомстве обещают проводить и впредь. Дмитрий Ковалев, Республика. Не только пожары в центре внимания сотрудников МЧС. В выходные не обошлось без трагедий. 10 марта на федеральной трассе М7 в Цивильском районе погибли 5 человек, в числе которых двое детей. По данным спасателей, здесь столкнулись 3 машины – «Шевроле», грузовая «Газель» и инкассаторская машина. На месте ДТП скончались 36-летний водитель, 65-летняя пассажирка и двое детей, которых держали на руках родители. 2-летняя девочка и ее годовалый брат. 25-летняя мама детей умерла через 2 часа в больнице. 30-летний глава семьи в реанимации. Все они жители Батыревского района. По предварительной информации, водитель инкассаторской машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле» и задел по касательной грузовую «Газель». Грузовик в результате столкновения отбросило на «Шевроле», говорят в правоохранительных органах. Кроме того, в иномарке дети были без детских удерживающих устройств. И вместо положенных 5 пассажиров в салоне находилось 6. В Новочебоксарске неизвестные подожгли припаркованный возле подъезда Mercedes GL500. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. Несмотря на скорость реагирования, огонь повредил весь салон автомобиля. Уничтожены передний бампер, колеса и двигатель. По мнению экспертов, машину подожгли. Возможно, завистники. На рынке цена Мерседеса колеблется от 1 миллиона до 3, в зависимости от года выпуска. Праздник 8 марта омрачился еще одной трагедией. В салоне автомобиля ВАЗ-2115 было обнаружено тело 28-летнего мужчины. Страшный инцидент произошел на улице Пролетарской города Чебоксары. Пожар возник из-за неисправности в автомобиле. При осмотре тела молодого человека признаков насилия не установлено. Специалисты Следственного комитета проводят необходимые проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
целью установления причины возгорания назначена пожаротехническая экспертиза. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправности автомобиля. То есть произошло само возгорание автомобиля. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Узнать график работы вашего врача, записаться к нему на прием, получить информацию о льготных лекарствах, а также уточнить их наличие в аптеках. Теперь можно 7 дней в неделю по единому телефону справочного центра здоровья. Добрый день, Наталья. Колл-центр здоровья теперь работает без выходных и принимает звонки не только от чебоксарцев, но и от жителей Новочебоксарска. Номер колл-центра 260303. Работа колл-центра на сегодняшний день увеличена. Работает с 7:30 до 8 часов вечера в рабочие дни. В субботу работает с 7:30 до 2. И в воскресенье работает с 8 часов до часу. Отвечаем на практически все вопросы, которые ставят перед лечебным учреждением, прикреплю в смысле населения. Позвонив по этому номеру, можно записаться к узким специалистам и вызвать врача на дом, а также уточнить время работы медицинских организаций. Если вы записались на прием, а расписание вдруг изменилось, вам предложат варианты записи к другому специалисту. Соответственно, новое программное обеспечение позволяет, соответственно, отслеживать очереди входящих звонков, проверять качество работы операторов и оперативно решать многие вопросы, которые до этого у нас не решались. Позвонив в колл-центр здоровья, жители города Чебоксары и Новочебоксарск смогут уточнить информацию по льготным лекарствам. И если нужно записаться на прием к главному внештатному специалисту Минздрава соцразвития Чувашии. Они могут подсказать льготнику о наличии информации о наличии препарата в аптечной сети, в конкретной аптеке и о наличии препарата на региональном аптечном складе. Если пациент обращается за консультацией в плане назначения лекарственного препарата либо синонимической замены этого препарата, то функция переадресации звонка на Минздрав, она сохранена, и любой оператор в любое время может связаться со мной по внутреннему телефону и переключить на меня звонок. Также жители Чебоксар и Новочебоксарска смогут обратиться в колл-центр и пожаловаться на качество оказания медицинской помощи. Оксана Замятина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня на 48-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Юрий Егоров. Юрий Михайлович работал тренером по легкой атлетике в республиканской спортшколе номер 3. Подготовил серебряного призера Олимпийских игр 96-го года по марафону Валентину Егорову и ряд других спортсменов высокой квалификации. Ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской республики» и «Отличник физической культуры», награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Чебоксарскому аэроклубу имени Анатолия Лепедевского 80 лет. За это время здесь воспитали не одну сотню профессионалов и любителей открытого пространства. Решение об открытии в Чебоксарах летной школы было принято на заседании Бюро Чувашского обкома в 1933 году. В то время было необходимо готовить пилотов из национальных областей. Только что сформированный аэроклуб встал на ноги быстро. Его выпускники поступали в высшие военно-авиационные школы и школы гражданского флота. Именами первых курсантов сейчас в Чебоксарах и Новочебоксарске названы две улицы. В годы Великой Отечественной войны на фронт призвали весь летный состав. Многие были отмечены орденами и медалями за отвагу. После войны аэроклуб на протяжении многих лет готовил кадры для вооруженных сил страны. А потом здесь начали обучать и спортсменов. В школе действовало 4 секции. За все время нормативы на звание мастера спорта страны в клубе выполнили более 200 человек. А 5 из них стали мастерами международного класса. Их имена известны всему миру. Настоящую славу аэроклубу принесла Майя Костина. Она совершила более 7000 прыжков, завоевала звание чемпионки СССР, Европы и мира. В прошлом году Чебоксарский аэроклуб выдержал настоящий экзамен. На его базе состоялись чемпионат Европы и Кубок мира по парашютному спорту. Гости престижных соревнований поставили его организаторам отличную оценку. Многие воспитанники аэроклуба хорошо сдавали нормы ГТО, готов к труду и обороне. В Чувашии планируют возродить спортивный комплекс упражнений. Правда, на смену забытым в советские времена нормативам придут новые стандарты. Специалисты их уже разработали. Республике предстоит апробировать данный комплекс в действии. Подробности в следующем материале.
Новый комплекс упражнений одними из первых опробуют на себе школьники. Условно его поделили на два этапа. На первой ступени ученики 5-6 классов, на второй – 7-8. От советского ГТО новые стандарты будут отличаться. Бег, прыжки в длину, подтягивания. Возможно, что в программу включат и стрельбу из винтовки. Всю тяжесть физических нагрузок школьники испытают уже в апреле этого года. На работу республики будут ориентироваться и другие регионы. Новый комплекс должен стать стимулом для любителей спорта. Прошу вас уделить самое пристальное внимание этому. От того, как мы сможем это сделать, многое зависит и от дальнейшей судьбы, вернее, так скажем, о наполнении этого комплекса на российском уровне. В соответствии с федеральной стратегией, количество приверженцев здорового образа жизни в России должно увеличиться в 2 раза. Но перед спортивным сообществом стоят и другие не менее важные задачи. В республике каждый второй школьник должен посещать спортивные секции. Правда, достичь этого показателя будет не так-то и просто. В 2013 году мы ориентировались на увеличение 8-10% количества занимающихся в спортивных школах. По итогу вышли 1%. Это при том, что вложено огромные средства, как в укрепление материально-технической базы. Увеличение зарплаты у нас произошло за год, за 2012 год, фактически в 2 раза. Что ж, работать еще есть над чем. Причем в республике сейчас планируют увеличить и количество базовых видов спорта. В список прибавится 3 дисциплины – самбо, триатлон и фристайл. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра.